И обратите внимание, первый шаг, Ютчат дает вам 20 iRewards. То есть, фактически, я ничего такого не делал, просто сообщил людям несколько там предложений и заработал немножко деньжат. Так, всем привет, с вами Сергей Чураков, и в этом видео я расскажу про мессенджер Ютчат. То есть, вот этот мессенджер от корпорации Access. Продуктов много, сейчас я буду рассказывать про этот мессенджер, как добавить людей в групповой чат в самом мессенджере. То есть зашли на сам чат, скачали его, и там можно сделать группу. Сейчас я буду показывать, как я передам экран с телефона. Итак, минуточку, запускаю пока с экрана. Видите, один в один. То есть, что бы я здесь сделал, так, вот так. То есть, показ идет. Угу. И дальше кликаю на Ютчат. Вот, обратите внимание, он сейчас запускается. А, вот так его раскрою. И дальше буду... О, сообщение прилетело, да? А, значит... Что я буду сейчас делать? Вот у меня есть чат первопроходца. Я могу тут мышкой, по-моему, кликать. Или только пальцами. Так, кликну. Так, телефон не очень шустрый, поэтому... подтупливает. Итак, это группа. Вот она группа, тут идет переписка. Теперь смотрите, как добавить сюда знакомых. Да? Надо нажать вот на этот значок, то есть это значок самой группы. Дальше. Здесь нажимаете на вот эту иконочку плюс, если вы хотите пригласить сюда. Итак, я сейчас поставлю галочку вот здесь. Дальше, так, вот здесь я поставлю галочку. Так, вот здесь поставлю галочку. То есть, как видите, людей здесь становится все больше и больше. И надо нажать на вот эту кнопочку «Пригласить». Все, приглашение отправлено, как вы видите. Вот, у меня дублируется все. Да? Дальше. Эти люди увидят приглашение в данный чат и присоединятся. Теперь смотрите дальше фишку. Как вы видите, люди мне прислали разные сообщения. То есть даже китайцы у меня есть в контактах. Китайцев здесь много. Я с ними общаюсь через переводчик. Потом буду. Так, Наталья мне прислала что-то, да? Вот. И ей точно так же можно отправить сообщение. Ну, я ей какой-нибудь стикер отправлю. Стикеров здесь очень много. Так. Ну, например, вот этот стикер. И можно что-нибудь написать. Здравствуйте, Наталья. Вас в чат групповой. Буквально пропустил. Присоединяйтесь. Так.
Значит, смотрите, еще фишка здесь есть. Вот если мы кликнем вот сюда, то есть это на себя, здесь есть раздел достижения. Вот. Кликаем на достижение. Что это такое? Это когда мы общаемся, как обычно общаемся. Вот я сейчас сделал несколько сообщений, буквально чуть-чуть. И вот эта линия у меня продлилась. То есть за каждое сообщение оно будет продлеваться, продлеваться, продлеваться. Когда круг закроется, мне начислят так называемые iRewards. Это внутренняя валюта, которую мы меняем либо на деньги, либо на сертификат Amazon. Здесь все очень просто. То есть первый шаг с самого начала начинается. Начните ваш день с 10 действий и получите 20 rewards. Круг закроется, и здесь будет улыбочка. Дальше начнет работать второй круг. Продолжайте, оставайтесь на связи и продолжайте выполнять еще 10 действий, максимум 8 rewards. То есть каждый круг закрывается, еще по 20-очки нам накидывает. Кроме этих возможностей, нам даются возможности вознаграждение за приглашение. То есть приведите в YouChat 5 друзей и выиграйте 20 rewards, максимум 100. Итак, значит, обратите внимание, сейчас я вот нахожусь вот здесь, перейду сюда, и видите, у меня ко мне стучатся два человека. Я нажму на них, нажму сюда. Здесь два человека хотят ко мне добавиться друзья. Я нажму «Принять». И здесь тоже нажму «Принять». Итак, друзей у меня теперь стало побольше. Значит, смотрите, кто у нас появился, кто нет появился. А, у меня появилась вот эта Валентина. Вот она, Валентина. Новичок, да? Чтобы ей написать сообщение, я кликаю на вот этот значок. Я могу ей позвонить, могу сделать видеозвонок. Ну, сейчас я отправлю сообщение. Так. Отправлю сообщение. Например, здравствуйте. Валентина. Здравствуйте, Валентина. То есть она мне вот даже что-то присылала. То есть можно посмотреть. То есть видите, люди делятся картинками. Вот. Хорошо. Черешня. Так, ну, можно еще вот так сделать. Видите, как получается красиво. Еще ко мне постучался. Так, еще появился Владимир. Вот у меня уже 48 контактов. Кликну на Владимира. Есть, кстати, раздел «Моменты». «Моменты» — это вроде как общая лента, и ваши друзья видят эту ленту. Можно на нее кликнуть. Ну, я кликну, допустим, на «Сообщение». И также напишу: здравствуйте, кто-то, Владимир, да? Владимир. И нажму еще добавить друга. Так. Значит, кликну вот сюда и кликну на достижение. Обратите внимание, линия уже сдвинулась. Вот сейчас осталось тут чуть-чуть каких-нибудь действий сделать. Это может быть звонок, это может быть правка стикера, это поделиться с чем-нибудь. И круг этот закроется. Вот сейчас я доделаю, и вы увидите. Так. А вот, кстати,
Наталье Макаренко я отправил приглашение, и вот она присоединилась. Всем привет. Сейчас снимаю видео. Как приглашение попасть в чат. А завтра выложу. Завтра выложу. Так, и обратите внимание, первый шаг. Чат дают вам 20 iRewards. То есть фактически я ничего такого не делал, просто сообщил людям несколько там предложений и заработал немножко деньжат. То есть это, скажем, легко. Так, вот Василий что-то мне прислал. И точно так же. Все. Так, теперь смотрите, где посмотреть эти вознаграждения. Еще раз кликну вот сюда, раздел «Достижения». И, как я и говорил, вот здесь круг закрылся и появилась вот эта мордашка. После этого я сделал несколько сообщений и пошел уже второй круг. Но когда круг уже закрылся, мне начислили 20 rewards. То есть вот так все просто здесь работает. Вот здесь вот, если мы кликнем на эту иконку, мы увидим историю, с кем мы общались, кому звонили именно по звонкам. Так, что вам еще такое показать? Как создать чат, допустим. А если вы хотите групповой чат создать, нажимаете вот этот плюсик. Вот я сейчас прям при вас сделаю. И нажму, например, групповой чат. Здесь надо написать группа, тема группы. Вот на эту иконочку кликаете и выбираете картинку. Можете из галереи, можете, допустим, с камеры. Допустим, если я на камеру нажму, то есть вы увидите, да? Так, я это сейчас делать не буду. То есть в теории должно быть все понятно. И после того, как вы здесь написали тему группы, нажимаете кнопочку «Создать». Сейчас она неактивна, откуда вы еще этих действий не сделали. И после этого, после того, как вы создали группу, вы уже приглашаете в группу ваших людей. Так, что-то я там написал не так. Завтра выложу, да? Завтра выложу. Выложу. Так, вот это я и хотел вам сегодня донести. Значит, пользуйтесь YouChat'ом. YouChat — бесплатное приложение. Понравилось видео, пишите комментарии, ставьте лайки. Как зарегистрироваться, обращайтесь к человеку, который дал это видео вам. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч. Всем пока.